Сегодня в Атырау единый накопительный пенсионный фонд ввел в эксплуатацию проект «Мобильный офис». Цель реализации нового проекта – обеспечение доступности пенсионных услуг для отдаленных населенных пунктов, а также для тех районов, где нет отделений фонда. В качестве средства передвижения используется современный высокотехнологичный микроавтобус со спутниковым оборудованием. Рабочий отсек, который оснащен двумя автоматизированными рабочими местами для операторов и двумя местами для граждан. Это будет своего рода передвижной центр персонального обслуживания, который предоставляет все услуги в режиме онлайн. Пилотный проект уже реализуется в Жумыскерском сельском округе для проведения встреч с населением. Отметим, что данный проект реализуется в трех регионах – Алматинской, Атырауской и Кустанайской областях. Почему выбран наш регион? Потому что вы сами знаете, что у нас очень сильно развита нефтегазовая отрасль. И многие наши жители работают в этих отраслях. И, как вы сами знаете, сами месторождения находятся отдаленно от областного центра. Также это очень удобно тем, кто по каким-либо причинам, или по состоянию здоровья, или в силу своей занятости, не может посетить наши центры персонального обслуживания.